когда в русском рэпе зацарил хайп, пришел он. Антихайп, антихайп, ебал вас в рот. Группировка под названием Антихайп. Виктор СД, ветеран хип-хоп рубатлов. Он создал самый длинный микстейп в истории русского рэпа. Настоящий подводник. Виктор СД. Underwater? Букер. Нахуй букера. Выпивающий любые виды бухла. Сука, на коленях твоя с... Fallen MC. Я вхожу в туалет и без стука. Ценитель настоящего андеграунда. А вот моя собака поводырь. Ведущий шоу господина Медоеда. Фаленс МЦ, МС Фаленку, Фалафел МЦ, МС Фест Фест. Также ведущий кулинарного шоу. Ты перемонтировал батл с Микки? Ну, не совсем так. Ну да, конечно. Денис Каридиско. Замай. Нахуй твой грайм! Рвать на битах, рвать на битах! И, конечно же, слава КПСС. Лучше я сдохну ебучим ноунеймом. Зайка моя, я твой зайчик. Его душу охраняет сам Бафомет. Мэ. Разъебал на батле таких МЦ, как Эрнесто, заткнитесь, Рике и самого Оксимирона. Все думают, что он продался, но нет, он просто саркастично угорает, выводя в пост иронию. Йоу, слава КПСС, антихайп. Нахуй ваших любимых МС. Они все фальшивые пидоры, как купюры из банка приколов. Я озолочу их ручки, поссав сверху. Я самый пиздатый в этой шалаве. Я вне игры и не имею дела с русскими МС-пидорами. Мне похуй на вас и на всех этих пусси-боев. Антихайп. Cook on the table, ash on the floor. Crack up the seal, pull up the foe. On the rocks, fools by the wise. Keep sipping that shit that they rapping about. Be talking my shit, they just telling a lie.